Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать долму. По-арабски она называется давали. У нас очень любят кушать давали. Итак, нам понадобятся виноградные листья с размером с ладонь. Свежие виноградные листья мы бросаем в кипяченую воду и пусть покипят одну минуту, и они уже будут готовы для их употребления. Теперь мы берем полкило риса, хорошенечко промываем, добавляем туда 250 грамм говядины, добавляем соль, перец, куркуму, добавляем еще сушеную мяту, кусочки бараньего жира и оливковое масло. Все хорошенечко перемешиваем, и вот наша начинка готова. У меня есть специальное приспособление, которое помогает нам не вручную крутить виноградные листья, а механическим способом. Вот вставляем листик, добавляем туда начиночку, и одним движением руки у нас получается закрученный плотно виноградный лист с начинкой. И так мы проделаем со всеми листиками. Проделаем такую операцию. Можно, конечно, крутить руками, ну, руками долго, медленно, а с помощью этой машинки мы быстренько в течение полчаса 40 минут все наши листья фаршируем нашей начинкой. После того, как мы нафаршировали все наши листики, мы их аккуратненько складываем в кастрюльку. Плотненько складываем кастрюльку, добавляем туда томатную пасту, солим, перчим, добавляем немного оливкового масла. И это все мы заливаем водой и накрываем все это мы тарелочкой, чтобы наша долма не всплыла. И ставим на газ. Когда закипела у нас кастрюлька, мы делаем газ тише и все это мы варим. Примерно 50 минут, 55, можно час. После этого, после часа, мы выключаем газ и даем настояться еще примерно час, полчаса. Пусть они у нас в кастрюльке постоят, они еще напитаются больше томатным соком, томатной пастой, и они будут намного сочнее. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Такие красивые, симпатичные у нас виноградные листики. Всем желаю приятного аппетита. Попробуйте этот рецепт. Надеюсь, он вам очень понравится. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. И жду вас в гости. До новых встреч!